Между тем, сегодня Центральная избирательная комиссия Якутии подвела итоги прошедших выборов. Члены комиссии подписались на окончательных протоколах. Напомним показатели. В Якутии явка избирателей на выборах 18 сентября по данным составила 47%. В республике лидером является «Единая Россия». Она набрала почти 46,5% голосов. За ней следует «Справедливая Россия» 15%, у КПРФ 14% голосов. По одномандатному избирательному округу соперников опередил действующий депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, набравший 37% голосов избирателей. Второе место у представителя партии «Родина» Олега Тарасова. За ним идет коммунист Петр Амосов.